О, живопись, моя мечта, в тебе сокрыта красота. Ты можешь все, молчать и петь, лишь сердцу надобно успеть. Эти строки были написаны по итогам творческой экспедиции в одной из усадеб Одинцовского округа. Стихи, а в первую очередь картины, собираются в экспозицию, которая потом путешествует по школам и музеям округа. Это одно из направлений работы Национальной ассоциации деятелей культуры и искусства Ника из Одинцова. Это холст на подрамнике, на котором художник пишет свою картину, стоит вот такого размера, 40 на 60, приблизительно 1500 рублей. 100 тысяч рублей – муниципальный грант, который выиграла Ника, как раз и предназначен для приобретения холстов, красок и призов для участников творческих викторин. Существенная помощь для некоммерческой организации. Я в восторге от того, что делает наша администрация, потому что я знаю, не каждый муниципалитет выделяет деньги, а мы, некоммерческие структуры, очень нуждаемся в поддержке финансов. Гранты по 100 тысяч выиграли 7 одинцовских НКО, еще 15 получили субсидии от 60 до 150 тысяч рублей. Общий объем поддержки общественников – 2,5 миллиона. Главное при выделении бюджетных денег – значимость НКО для жителей округа. Что он себе представляет? Например, лечение детей, там, да, это очень важно. Либо проведение какой-то патриотической акции, там, патриотика, да, это тоже очень важно. Там, а кто определяет, что это важно? У нас есть конкурсная комиссия, то есть это сотрудники администрации состоят в этой конкурсной комиссии из разных сфер деятельности. Муниципалитет поддерживает НКО уже 7 лет, и это не одни и те же лица. Чиновники говорят, каждый год к ним обращаются новые организации. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».